Здравствуйте. Недавно получил посылку с резиновыми колечками под поршень. Сегодня занимаюсь изготовлением гильзы для двигателя. Готовка гильзы чугунная. После предварительной расточки у меня внутри получился конус более десятки. Чтобы его убрать и получить зеркало, я занимаюсь притиркой цилиндра. Притир самодельный, деревянный. Из ручки от швабры выточен размер минус 2 десятки от требуемого диаметра. Поверх наклеена алюминий из пивной банки. Разрезан вдоль ножовкой и закручен шуруп для разжима. Также сделаны надпилы ножовочкой, в которой собирается грязь и продукты притирки. Сейчас покажу, как производится притирка. Наносим притирочную пасту. Я использую вот такую для притирки клапанов. Классическая, 2 в 1. Ее нужно немного. Смазываем. Намеренно. Удобно, конечно, одной рукой. Деваем цилиндр. Включаем станок. И вот параллельными движениями производим притирку. Также не нужно забывать периодически переворачивать с другой стороны, чтобы притирка происходила равномерно. Так, периодически нужно все это протирать и наносить свежую пасту. Таким образом, где-то за 10 минут можно снять практически 10 соток металла. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал.